каждом турецком торговом центре есть сразу несколько книжных магазинов, и они офигеть как востребованы. Люди просто толпами бродят между рядами, выбирают себе чтиво. И удивительно, что большая часть посетителей весьма юного возраста. То есть школьники или студенты могут реально зайти и выбрать себе понравившуюся книгу. Все потому, что они не стоят каких-то космических денег, литература здесь весьма доступна. Орвел в твердой обложке 170 рублей. Или Гарри Поттер, например, 200. А еще в местных книжных продаются проигрыватели, виниловые пластинки. И удивительно, что они тут не просто для антуража, а народ действительно покупает. Кстати, российскую культуру притесняют не особо сильно. Кирпич с Карениной или братья Карамазовы обойдутся всего в 300 рублей. Еще нашел тут забавную местную мангу про усатого турецкого героя. Для полного образа ему не хватает только сигаретки в зубах. И это уже даже не шутка. Вы когда-нибудь видели запрет на курение в книжном магазине? А я вот теперь видел. В плане сигарет тут, конечно, своя атмосфера.